Вчера свой вызовший. Да, что? 1500. Давай вон, соберите траву полуночной невесты. Да, сейчас. Так, полуночной... Так это надо ночью именно было собирать, не? А, точно, блин, ну ладно. Ледовитые давай травы. Тогда пойдем, вот квест возьмем, вот эти халабуди, короче. Там, на это, там, где мы брали. Где? По центру? Собирали. А, мы можем, да, еще понести травы Мурсе. Сейчас как прыгну, блять, дом, откуда идет красный дым. А что за дом это? Нормально. Так, так куда пойдем-то? Ну пойдем в этот. Квест возьмем. По центру? Ну, там. В одном из поселений. Неприятный тип. Дай попробуй секач. Рулит в этих землях неприятный тип. Местный это что-то. Знатный. Боярин, блядь. Зацени меня, тесак. А ну-ка покажи. Подворачивайся. Нихуя себе. Опасно! Типа он на домах увеличен, типа оглушает еще что-то. Нахуй, блять. Казнил. Надо операцию сделать на руке. Up, о, аирдроп выпал сзади. Не, без далековато. Maybe I can track him down. Maybe, definitely, and get on it fast. Word is he's built up his own little fortress somewhere behind the train station. Well, газ. Нету газа. Как полный газ. Все на газу. Даже туалеты на газу. Газовый туалет. Сел, сел, пернул. Взлетел. Смыл. Если не пернешь, не смоешь. Ааа! Ебать, свалился, блин. Вот так вот глаз чесать, когда бежишь. Я бегу. Ебать. Не знаю. Ты у меня на ладони пишешь, Джек. Ну если я буду стрелять. Беги. А, типа я вот зашел в какую-то зону. Сын, ты видишь за зону, типа? Когда не заходишь. А где он? Я не понял. Да вон там вот он сидит. Да, побежали туда, потому что какой-то пацан хочет воевать. Мы строим войну. Квест наберем. Погнали. Так, а мы не туда подбежали, нам обоих. Туда. Ну, то где-то... А, не, почему, куда? Жми, да. Бакет этот, да, тут тоже. Все тут дают, все. Жми Б, блядь, чувак. Жму. А, о. So, Crane, you still think of yourself as the best runner? Лучше паркучком. Больше никим вообще себе не считаем, блядь. Думаю, что все считает, короче, кем ты. Ля-ля-ля, голов, типа. Ты видел? Да-да-да, я давно, кстати, в интернете. Крыша какая-то. Добейтесь. This is Crane. Do you copy? Это 30. А, не 3. Jade, this is Crane. Do you copy? Подстава такая.
Блять. Listen, Rice wanted me to. He was. Look, he screwed us. Okay, I only got 5 vials. What? Damn it! That's only a few. Блять, я свалился. Listen, Crane, we got a situation here. Я походу уже все слился. Да я тоже, по-моему. Я не вижу где. Блять, ну тут придется переиграть, пока мы поймем какой маршрут. Потому что походу наверху, блять, хуйня, короче. По-моему, он вообще на мосту или где-то так. Ага, блять, прикинь, чувак. Че, на мосту? А, во, я нашел ее, вот она. А как ты наверх попал? Да, по этой хуйне. Ебать, она далеко, получается. Все, да, давай до второй. А, мы не успеем. Я еще первую не взял. Еще надо второй побежать. Надо хоть первую, блядь, понять. Вторая вообще на высоте. А третья где? Just as I thought. But keep trying, Crane. Maybe you'll learn something. Висящий парень, вообще. You're in some serious denial if you think you can beat me. Зацепляем. Я вот не понял, как до него, но я ее вижу отсюда. Вон она. Типа по крышам надо аккуратно. Блять. Ну вот на эту крышу. Блин, блять. А, во, я понял, ты залезть сюда. О, я взял сейчас ее. Возьму. Да я с другой стороны зашел, пошла я вообще. Блять, да ты ползи, ебаный рот. Блять, да что тут, ну ёбаный паркурщик по кусок. Ебать, третий далеко где, я хуй знает, как ее вообще взять, в принципе. За 1 секунду я, наверное, хуй добегу. Ебать, чувак, я проебался. Just as I thought. Ебать, так ебался за мной. Crane. Maybe you'll learn something. Давай. Ты сам побеги. Там просто надо на крышу попасть. Тут вот на крышу, вон на ту, где бочка стоит. Вот на нее нужно попасть, самое главное, и все. Так, вот тут я проебался. Как бы это не надо, нахуй ничего. Вот, с этой крыши вон он, выход. О, секунду сэкономил. Сэкономил. Вот, теперь вот это надо брать. Вышел я, у меня 10 секунд оставалось после той. Блядь, грим, блядь. О, 25 секунд. Сейчас должно, я думаю, получиться. Ну лучше я не знаю, нахуй пройду вообще. 10 секунд, блядь, давай. Хуйня, децл осталось 5 секунд, ёб твою медь. А, всё. You did it by the skin of your teeth, if you ask me. Не на вас, you better get ready for next time, Crane. Какой следующий раз, я тебя следующий раз дубиной охуярю. Че в магазине придается у вас, пацаны? Есть что? Ценное. Топор, мачете, танго. А татан-то, точнее, танго. Прикольно. Мачете, мачете. Блять, я не знаю. Не буду покупать. У меня тесак есть. Так, куда? На квесты. А вон, сзади где-то. Пойди, сзади. Он сидит. И что ты нам скажешь? Crane? You're Crane, right? Kyle Crane? Yeah.
Erwin Snowberg, movie director. I made the Zombie Annihilation movie series. Yeah, you've probably seen them. No. Yeah, they're thought-provoking meditations about people, very much like yourself. We'll have to kill buttloads of zombies for various reasons. The details really aren't important. What is important is production cost. Makeup is a major factor. I'm talking head rot, arms falling off, guts hanging out. And when you blow them apart with guns, those squibs cost like crazy. So you've come to Haran? It's a tragedy, of course, but there's a fortune in special effects shambling through the streets, just waiting to have their heads blown off for my next movie. Zombie Annihilation 4, Dying Lunch. Quinn is a gun nut who can drop in spectacular numbers, and I am told you are just such a man. Мне говорят, мне нужна боевая машина, которая будет валить зомби десятками, ты подходишь. О, ебать, чувак, дробовик. О, вот с этим оружием. Ну давайте. Убито зомби. Боевая машина с дробовиком. Ах ты, ух ты, блять. Меня срезали, прикинь. Блять. Блять, ты же умер. Что-то у меня резко. А где ты, давайте. А, блять, что за фигня, что залазил? Я нашел. Даже нажал. Там проебали. 24. Да, баловал там. Давай еще разочек. Cut. Look, that was terrible. The only thing you were killing out there was my movie. Now we can try again. But only because this isn't costing me anything. Всем похуй, что and action! Понеслась. О, ебать! Ой, идет, ты от тебя! Вижу. За ногу схватила, сука. Это огонь! А, я думаю, чё эти быстрые появились-то? Блять, пизда, как так-то на толпы скачал? Без этого удачи не видать. Дробовик, Бинелли, охуенно. Ля-ля, понабежал народу этих. Блять, ебать. Блять, немножко осталось. У меня нет толпы. А мне тоже. Блять, один чувак, чисто одного. That was the most moving display of senseless slaughter I have ever witnessed. You, sir. Бессмысленно убийство. I'm gonna set up my next shot soon, so make sure you're around, okay? Интересно будет посмотреть на следующую сценку, блять. Пострелять дали, блять. А чё за кубок? О, еще можно. А, награду. А какой взять? Я все взял. А я нет. Ну, походу, на двоих дается или как? Хуй знает. У меня кубок висит, не взять, я его не мал. Да. Заебись. Да, ну шо их ему подняли, пиздец. О, вот этот мужик. Джафар, давай вот Джафар возьмем. Подожди, что-то мне нихуя не работает. Заходи. Что мне делать, прикажете, блять, у меня ничего не работает. У меня, блядь, я опять заглючил, короче. Ай,
ладно, я перезайду, ничего не делай. Ночь темна. Так, надо перебинтоваться, то меня там зомби немножко покоцали. Хотели скандала. И этот жрал говно какой-то в коробочке. Блять, как вы этой хуйни заебали, блять. Тебе надо ждать, пока он выйдет, блять. Ебаная жизнь, блять. Заглюки ебаные. Заглюки. Вообще нахуй. Погнали, стойте, выйти. Не, зачем? Попасть этого с мужиком вот он. Хочу посмотреть. Блять, застрял что ли? Ты заебала игра. А ты что-то? Раду свою. А это ты чё? Открывай шакал. Очки ловкости удваиваются. Бежанка, ебаная. Чё ты хочешь? Пойди. Ну, квест взять. Это вот мужик вот. Я вижу через стену. I mean, what are you doing here? Relax, relax. I don't work for Rice. That was a one-time job, and it was all about protecting the tower. Look, I'm sorry. I mean it. Is that right? Look, everything I was doing for Brecken. You can ask anyone on the tower if you don't believe me. So what do you got, Jafar? We've been picking up some of Rice's transmissions. One of his crews found something at the construction site, and they got very excited. They didn't say what it was, but they referred to bringing down the entire tower in one shot. Someone's got to find out what it is, and either confiscate it or destroy it. Какие-то там паркурщики, то паркурщики. Congratulations, the job is yours. Мужик обливал, блядь, сейчас. We'll be in touch. Окей, мужик. А ты не видел чувака тут? Чё? А, вот, блядь, на ку нажимаешь, короче, чувака скелет видим через стену этого. Здесь подойди, нажми. А, да. Типа сканирует через стены и ходит там. Бродит, блядь. Че хочется, он не знает. Так, кто тут еще есть? Так, вот тут чувак какой-то, вот он. Че-то химичит. Саид. Wanna try calming down long enough to tell me what's wrong? Yeah, sure. Let's try that. Calming down will work. Yeah, calming down will solve everything. Делает руками. No, walking away from you will solve everything. Типа волнуется, но. Okay, okay, hang on. I'm chill, bro. Не уходи, I make these flares for Rice, right? Wait, flares like signal flares? No, UV flares. Like flares that the Night Things can't stand because they put out this UV, which stands for ultraviolet, which is like kind of a science thing. Типа дохуя наук. UV flares, continue. There is no continue. My zinc is contaminated with fluorine. It's useless. Also, I'm out of turpentine, which isn't that hard to find. Except everything's hard to find right now. So when Rice's people come for their merchandise... Oh! Is he using people now? I thought he only used hired psychopathic gorillas. What do you need to make these things? Just zinc and turpentine, bro. I got the rest. Worst part is everything I need is in the train yard warehouses. But a guy like me isn't going to last 10 seconds out there. Well, I'm surprised a guy like you's lasted that long in here. Oh, that's very funny. Ha ha! Very funny, funny man. Look, maybe I'll get your supplies, but if I do... Whatever you can make out of them, I take half. Half? No way! You're freaking nuts, bro! Look, you can give me half of something, or you can keep 100% of nothing. Понял, half it is. Шлюха. It seems fair. Я yeah. Тебя буду еще на халяву бегать, что ли, да? А он Геры прикольно разгоняет. Так, а чё, квеста больше нету? За всю хуйню рассказывает. Ты получишь вообще ничего. Все дела. Испытание ревнивый паркурщик опять что ли, блять? Походу новое. Не пошли, блять. Похуй, когда хоть ночь, хоть день. За ночь получим больше опыта. Ну погнали. Им нас не поймать, мы слишком быстрые для них. Блять, чуть не сдох, покинь. Слишком сумасбродные. Где подрило, блять?
Где ваш ревнивый ревнивец? Долбоёб. Вот он. Крейн, until now you were lucky, but today is the day of truth. Truth, huh? So you're finally gonna admit you're slower than I am? You have me in stitches. Still think you can beat me? Without even half trying. So do it. So do it. Ну давай, давай. Не до ночи. Ну давай поспи. Вот он. Работка. Или где? А вот. Выживаем ночью, как мы можем. Да, да, в постели. Окей, Hotshot, put up or shut up. Вот, хорошо. Ну что там? Смотрите, сюда. Используйте кошку. Ну все нормально. Как обычно. О, самолет для них сразу так и прилетает. Красота. Я видел. Чего? Неудача? А, я проебал, чувак, уже вспышку. А что ты проебал? А, видишь, смотри, видишь, неудача. Типа вы получаете уроны и все, типа неудача. I proved you wrong, Crane. Да? You're the number two runner in the tower at best. But if you want to show me something different, hey, feel free to try again. Okay, Hotshot, put up or shut up. Сука, я бы тебя реально отпиздил. Подожди, а что, добейте здесь? А почему тут урон? Я не понял. Тебя зомби не должны тронуть. Надо бегать. А их тут очень много на самом деле. Кто тут, мать ваша, лучший парковщик, да? Да, вот этот чувак, блядь, никогда не успокоится, но. Он, блядь, неупокоенный, блядь. А где еще? А, вон, ёб твою мать, нихуя себе ты это видишь. Ага. Тачки. Горящие тачки. Где? Следующий впереди где-то. А, вон вижу. Заебись. На тебе, беседа на тебе. Лох. Что это лох сидишь? Лошара. Все, успокоился он. Ну пока да. О, записку какую-то нашел тут. Мужика. О, двуствольное ружье, чувак. Желтое продается. Покупаю. Беру не глядя. Вообще даже. Ну-ка, а можно из него что-нибудь скрафтить? Оно крафтится вообще? Вряд ли, да. Так, ой, дымить какими-то этими стрелять. Да, но его по-любому можно улучшить, наверное, не так. Да, так, да. Не, нельзя улучшить. Да. Давай вместо пистолета поставлю. Ну-ка, дайте мне место, место мне быстро, дайте мне жертву. Пойдем к Джеффу, который стрелял. Сейчас постреляемся с ним, если он должен шмалять. Буду продавить. Интересно, улучшать можно продавить? Не? Ага, не все. Как это не печально? Блин, все, 12 потолок, это добро. Угу. Бэтмен тут окопался, у него целая крепость, блядь. Везде колючка. Вот он все. Я около него. Бэтмен, вояка. Командир Джефф. Да я его видал, этого пидора. Это ясно? Not Брекен, not Райс. Это Джеффвилл. Или Джеффланд. Или Джеффертаун. Новый Джефф-сити. Look, Джефф. Commander Jeff! There's an emergency. The gas is out all over the city. Oh, yeah. That was me.
But you shut off the gas? Installation of the Fort Jefferson Apocalypse Wall required a temporary interruption of the civilian gas supply. But I'm all ready now, so you can turn it back on. Yeah, I think that's going to be your job. No can do. I'm too critical to base operations. We'll have to send someone who's expendable. Commander, I'd like to volunteer. You're a good man, whoever you said you are. I hate to lose you. Now, go over the quadrant allocation valves, plus the primary distribution gate. Then report back to me, and I'll restore the city main pressure here. Hey, if you don't get killed, you can be the first civilian to witness my apocalypse wall. Убей стену апокалипсиса. Если меня убьют, блядь, как я могу что-то увидеть? Блядь, ну, что на том свете, что ли? Наркоман, блядь. Так, а куда он говорит бежать-то нам? Куда бить? Ух, ебать. Ебать-то, блядь, надо бежать. А, подожди. Блэд, нет, это был... Надо пробежать, короче, вентили включать. Ты поймаешь? Чё я тебе базарю? Так, ну можно один направо, другой налево бежит включать. Давай я задний. Вентиль включу. Ну, я себе выбрал уже все. Да, да, я в другую сторону. Так быстрее получится. А то мы будем до Марфуткиного дня эти вентиля включать. А я не туплюсь. Нет, нахожусь тут. Висят, смотрите. А, это не мой. Вывели. Она вон там. Кто эти цвета? О, прикинь, тут у мужика меч придается, сабля. Да? Предокупить пока нельзя, 12. Нужно это выносливости. Сабля это 5. Скимитар, блин, да? Такой типа фа-фа-фа. Feel free to browse. I'm stocked up on the good stuff. Баба там сидит, она не хочет. Так, где этот вентиль-то, ёпта, вентиль, что? На горе где-то? Ну чё, мать ваша, издеваетесь надо мной, что ли? Как я туда должен попасть, по-моему? Так, 5%. Ибо этот, блядь, этих камикадзе, чувак, вообще пиздец. Да? Бля, а я не знаю, как попасть к своему вентилю, прикинь. Хоть раз слышу, если честно. Нахуй, блять, изорвало, пукан. А через это если я пойти, а точно через верх. О. Прям по-моему разделились, блять. Да. Пизды надают, блядь. Зря я стрелял. Беги, блядь, надо уебывать. Бля, я себе не могу найти вентиль, если честно. Бегаю, блужу. Не надо блудить. Блудить вредно. Где-то он там. Ну как туда попасть, хуй знает. Ты, блядь, умрешь нахуй, ёпта. Блядь, блядь, резвый, блядь, нахуй. Блин, это, блядь, горку забраться-то, ебаную. Отбегать, что ли, я? Демоны! Типа эти демоны на меня напали! Ааа! Дай ничего-нибудь, я не знаю, теперь молотого. О, где-то аэродропчик скинули. Далеко? Вы не очень. Замес у меня, блядь. За на все деньги. Вообще пизда какая-то. Не как бы вместить. Ебать, я же тебя убил, сука, я двоих снял. Мразь! Так, ну давай, тогда я к тебе сейчас пойду, что ли. Три стрелка, блядь. Три стрелка я снял, еще один рискнулся на этом же месте. Издевайтесь! Что ли, блядь?
О, я аэродропчик взял. Да это немного... На, блядь! Идет тяжелые бои, нахуй, идут. Кто меня бьет, блядь? Быстро это. Ща, я пойду к тебе. На, блядь, педрила ебаный. А вон он, вентиль один. Прикольно вообще. Я пацана заморозил и не рубил ему голову, пока был важный. Блядь, громил, о, блядь, еще он. Плевун. Громила, а получи. Громил. Не, все равно тут нахуй стрелять. Так и шоп бы согрел, вообще пиздец. Сам не рад был, нахуй. Ну сниму эту пацана, будь ништяк, блять. Все, я громил, заебашил. Тут, блять, вот он, вентиль этот. Я нажал. А, вот, мать. Крути, сука! Сверху, что ли, как-то надо? С моста туда забрать. Или он такой живучий, блядь, или не знает, мне его, блядь, засадил пять, наверное, я думал, умер он, да, живой, но... Охуел, короче. Вообще краев не видит, мразь. Давай! Чё, не крутится нихуя? А, всё. Не успевайте. Найдите убежище. Да вы заебались, так быстро. Ой, я недалеко от убежища. От любого, кстати. Ладно, попробуем. Ну что ты еще есть-то? Идите в ангар какой-то, блядь, нахуй мне этот ангар сдался. Вы защищаете в убежище? Я тут. А ты все нажал? Нет, только один. Сколько надо было? Три. А что, мы все, что ли? Не будем? Не, ну сейчас ночь переждем и пойдем сразу. А, ну. Сразу можно вот спать завалиться. Да пошли ты в жопу, заебали вы меня трогать за спину, нахуй. Ну, можешь протануться вообще, в принципе. Они меня трогают за мягкое место. Ночь. Дождь. Нахуй. Утро. Ну пошли последний открывать. Иди, мне надо горящих сувикенов поставить. А что, щит сломался? Да надо щит себе сделать, подожди. Или нет, тут же можно взять. Тайника, у меня в тайнике были два щита. Про запас. О, вижу мусорскую точилу. Блять. Немного свалился. Совсем на пол шишечки. Ты шлёба! Ну чё, пацаны, говно въебали? На меня кидаться. Сгорите в аду. Всадник без головы. Ай, ты, блядь, я думаю, че кто-то пишет. Пусть фокус покажу, смотри. Ну давай. Ебать, прикольно. Там такой подходишь такой. Най! Ах ты, шальная шлюха. В огонь! В огонь! Так, ну чё, я взломаю точилу? О, с первого раза, вообще пиздец.
че тут? Мачете, о, я мачете нашел. Лари, отдай. Хорош. Пистолетные патроны. Ну-ка, дай ему посмотрю, как мачете выглядит-то. Мачете. Вместо лома. Мачете. О, цени, чувак. Мачете. Как это? Квадратный какой. Да-да-да. Не похоже вообще, если честно, мачете. Да что ты опять? Ну на, нахуй, сука. Это не знаю. Зомби больше стало, мне кажется. Да не, по-моему. Так же, как и было. Так, нужно тебе вон тот вентиль открыть. Вирус отобрали, ах вы суки. Вот он. Все, ну это. Не заберешь. Так, вот и как тут? Как тут, блять? Остался один морозящий сюрикен. Куда ты вообще подбежал? Вот не сюда нам надо. Ну, нам надо вон туда. А нам в туннель надо, что? Не, зачем туннель? Похоже на туннель, надо, чувак. Да? Ну да. Кто там, блядь, пуляет вообще? Я пульну кому-то нахуй. Где ты, мразота, пуляющийся? Ага. Ну пойдем в туннель. Блядь. Блядь. Это пулялся, мразь. Ну тут наверху хуйни. Не в ту... не в туннель, в туннель зашел. Не, просто я думаю, что с туннеля можешь зайти тут в двери и выйти. Помнишь? Что там бибикает? Я машину активировал, ловушку. Че не запрыгивает сюда? Все, блять. Горят у меня тут, блядь. Подходит и сгорает. Бля. Как туда попасть? Наверх, я не понимаю. Ты попал там? Да. Да? А, ну все. Ебали нахуй, ну ладно. А, ты в этот самый в туннель зашел, вон здесь. Сюда. Прикрывай. Да ты давай хотя бы прикрывай. Да, уже нашел. Сейчас подбегут. Бегут, чувак. Давай. Все, откройте вентиль, готово. На! Бразота. Опа, 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 опа. Такие прилетели сюда. Там есть что-то интересное. А тут есть эти какого. Чемоданчики. Тут есть письмецо, чувак. Все. Письмецо есть, есть шкафчик. О, нормально.
Домашние припасы. Живем, блять. Бегу тоже сюда, суки. Ну вообще, беспредел. Так, надо поэкономить. О, сзади, сзади, сзади. На нахуй, блять, мясной мужик, сука. Находим. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена патчи. Не, а мачете так неплохо, кстати. Режет вообще пиздец, поставлен. А я в нем не сомневался. Что это, сучка? Что ты хочешь? На тебе! Надо поставить себе. О-о-о! Блять, а че, он не кинет? Сука. Блин! Мужик бегает такой в ахуе. Все сгорел. О, еще бежит. Чурка, чурка горящая. О, еще одна. Сколько вас тут, блять? Что меня ёбнуло? О, горящий человек идет. Ебать, его взорвало там. Да, неудачно тебе. Ладно, пошли сдадим квест. Весело, блядь. Бегай. Валите! Попадай на Новый год. Ты попишь? Нашел время. Да-да-да. Че? Кто посмел? Кто посмел, мать его? Не, ну и нахуй. Этот хакинг. Че ты влетел, кому-то раздал, блять. Вот это был зачет, блядь. Такой чувак бежит на него, наебал. Отъебались нахуй от советской власти. Ты еще там? Ты пиздишься? Нет, я дальше бежал. Вот побежал на другую сторону. Да я понял. Я на одном дыхании. Ушла. Ушел. Так, мы секач уже немножко сломался. Но долго держался. Кстати. Очень долго. А нам вниз надо, да? Я хотел наоборот наверх залезть. И будет машин. Бля, тут что-то белое, какая-то хуета. О, чувак, можно тут взять еще квест какой-то. Портайся на меня. Блять, тут стреляют в меня, блять. Это пидоры. Ты где вообще? Чувак, я пришел квест сделать, а ты куда-то, блять, другое место, нахуй. Да, я знаю. Я, блять, рад, нахуй. Теперь за мной толпа. Блять, ну ладно, сейчас я к тебе приду. Как ты туда вообще попал? Дай просто. И ты нахуй, ёпта. Спортсменка, красавица, ёпта. Просто замечательный человек. А, ты вот он. Надо давай тут квест возьмем по-быстрому, какой-то блять, белый. Я вообще просто забраться сначала. Да давай, портанись просто, да и все на меня. Сбежал. Finally. I was getting worried you weren't coming. Самогонщик. You keep pumping red smoke in the air, you're gonna have all kinds of visitors. Red's all I had left. Anyway, you're here, so it did the job. Give this envelope to Aziz at the bazaar. Tell him it's from Ryan. Azizu. Red phosphorus, lye, iodine, muriatic acid, diethyl ether, phenyl nitrate. Geez, not exactly grandma's recipe for Christmas cookies. Lena, this is Crane. Are you there?
наркотики делает. Lena's tied up. Can I help you? Someone just gave me a grocery list with red phosphorus, lye, iodine, muriatic acid, diethyl ether, and phenyl nitrate. Ah, then someone just gave you a recipe for cooking slam. Rice's crews have been using it to stay up for days at a time. Volatiles are more reasonable than someone tanked up on that stuff. Now maybe I should put this guy out of business. Actually, we're pretty desperate for phenyl nitrate. It's a lab-grade disinfectant, and we're completely out of it. You want me to pick up the shopping list? Definitely. Then find me at the tower. Тут работяги ходят по станции. О! О! Я спрыгнул. А вот это вот не заметил пацан? Где какой пацан? Он валяется. О, он умер. Да из него кровь так медленно вытекает, очень прикольно сделано. Ты видел, нет? Сейчас прикольно, говорю, ты бил чувак, он упал, из него так медленно просто текает вообще. Ты видишь, да? Такая растекается постепенно. Не, а у меня не показано. У тебя графика круче, чем у меня, надо. Сейчас смотри, смотри, я сейчас чувака убью какой-нибудь, смотри. Нет, не этого. Да вот это, я не знаю. А ты смотри за кровью, короче. А, ну, ну. Вот медленно, вот смотри, видишь, она увеличивается так. Выливается вообще. Да, 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 да. Круто сделано, да? Как реально течет. Это работяга газовщик. Это их машина. Так, я там видел, внизу сидит какой-то уёба и хочет получить с дробаша в ебало. Шайтанамана! На тебе! Готов загнулся! С двух тычков! Чем такой слабый? Так, сейчас побегут гости, надо на крышу залезть, мне кажется. Мать живучая. На нахуй. Вон, вон она лезет. Давай, давай, давай. Еще одна. Че ты прикрывайся, мать твою, на нахуй, сучонок. Еще руками закрывается, типа, больно ему, вся хуйня. Не может быть. Че тут есть? Это импосибру. Ой, 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 ой. Лови. Отдай. Лови. Отдай. Хорошо. Щенок. Так, молоточек тут. Копис. Че сейчас валяется-то? Есть что интересное. Ключик газовый. Газовщиков поперебили. Простых работяг. Вон интер заполнен, офигеть. Простых работяг убили. Как мы могли? Как мы не скопали, чувак? No. Кстати, тоже тебя надо на навыки накинуть. Да. Сила. Что сила можно? О, вот это. Эксперт боя необходим. Знаете, эксперт боя вы получаете еще. Давай вот так вот. Получит убийство машины. Так. Ой, нет, навыки. Тут что мы можем? Бег. Мины ловушки. Халабуда закрыта. Нам тут не рады. Так, а как попасть туда вон? К вентилю. Блять, что-то внутри, блять, холодно, еб. Так, я закрою. Thank you.
Что такое? Блять, там друзья ходят. Ушел. Еще бежит. Еще один. Браток. Я тебя зарежу на мясо, мазафака. Башки, пацан. Безбашенный чувак. Так, о. Кока, кока. Ну пошли, что тут у нас есть? У нас всякое. Много чего, здесь даже чертеж, коварный клинок. Взял, не? Иди такой. А, о, взял. Много чемоданов всяких. С гвоздями, с кофе. За ленточкой. Не понял. А теперь ты идешь, ебучий шакал. Лави! Все, готов, отъехал. Ебать, блядь, где мой мачете? Бедный парень. Палка у меня там 100 раз чиненная, перечиненная какая-то. Как туда спуститься, чувак? Сейчас разберемся, да. Ты секешь, не секешь? Ну пока не секу. Я вижу, он там вот какой-то проход через трубу. Ну, через трубу, наверное, не надо. А как туда попасть? А, с другой стороны просто выйти. Ой. А тут что валяется? Химикаты приходится. Халабуда. Я плыву через трубу, чувак. Через кучу говна и кала. Ну, работенка. Ой, ебать, прикольно по туннелю. Ой, я вышел. Ну, работенка так работенка. Полутали. Ну, чё, ладно, ломаю. Это аппарат. Давай! Чё тут? В воде скотч лежит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это надо отсюда валить. Зону взрыва, блин. Alright, I opened the local valves plus the primary gate. Uh-huh, what about the ballast lines? Wait, the what? Flaming flatulence, do I have to tell you everything? Obviously, you have to close all the valves on the blue line to keep the pressure balanced. Now hurry up, we're going to be leaking more gas than Grandma Christmas. Red phosphorus, lye, iodine, muriatic acid, diethyl ether, phenyl nitrate. Geez, not exactly grandma's recipe for Christmas cookies. Блять, меня запиздили, я сдох. А, беги, блять. Бегать надо, кстати, мне здесь не нравится. Закройте вентиль синей линии, блять. Нам отсюда еще пока не сбежать, чувак. Тут налагает. Ну давай сюда, блядь, лезь. На тебя! А топ! На, следующий! А топ! Шел отсюда. Так, нужно найти вентиль синей линии и его закрыть. Ушла. Иди ты, мать вашу, вентиль. А, вон, нашел. А вы заебали мешать мне работать, блять, с газощеком. Я закрыл, блядь. Так, один закрыл. Надо еще, походу, один где-то найти. А, вон, вижу.
Ебать, на зомбари. Aye, aye, Commander. This ain't the Navy, son. Drink some coffee and sober up. Все? Ой, блядь, это ты. Ебать, он отлетел. Ура, я сделал ее. Как запрошки не сни. Кто там орет? Не 4 народ. Так, и получается нам куда? Назад. Вернитесь к Джеффу. Ага, сюда. То есть сюда. Газок. Починил. В этом городе этот мужик занимается всем. Чинит газ, мочит. Доставляет пидоров. Все, что надо, даже ищет пропавшие сумки. Пацан идет к успеху, блядь. Если хочешь добиться в жизни успеха, берись за любую работу. Вообще за любую всегда. Этому нас учит Игра. Она чему-то учит? Ой, я пришел к капитану. Сэр, капитан Джефф. Это рядовой. Норм. Да это вам быть заебись. Гоняешь балбуся, спишь там. Гоняешь лысого. Лысый солдат. Then prepare your eyes for a feast. Вот я сейчас клапан свой открою. I think I should watch this from a distance. If you insist, you got 10 seconds. 10 секунд. Ебать. Что, нам надо отсюда свалить? Да-да-да. Все. Я смотрю на это. Типа стену он свою. Стена апокалипсис. О, я-то думал. А они нихуя себе! Что-то рвануло. I found Jeff, and the gas is back on. That's a relief. Told you, he's irreplaceable. Yeah, well, I'm afraid you're gonna have to find a replacement. Да, помню этого мужика, он там был вот в башне. Я думаю, откуда я его харю знаю? Он же был тут мужик в каске попорылый. Да. Да, взломай винтовку, наверное, а потом пойди посмотрим, может там хату можете разойти ее. Да вон там стоит, рядом со скорой. Сикач. Ебать, не, блядь, прут нахуй. Их не остановить! Работаем мясниками. На полставочки. А, я же хотел вскрыть это самое. Мне не дали. Блять, да он не бьет нихуя, блять, заебал. Да, блять, бежит на меня, блять, уже показывает, начинает, я бежну на удар, нихуя не делает. Блядь, ты такой, да, жри меня, блять. Кайфуешь? О, мусорская точила. Открыл? Нет, пока. Я это скоро открыл. Может, аптеки взять. Горите, мрази. О, все. Мусор не открыл. А, ничего. Сак. А чем это такое? Горит, блядь. Заводной ключ. Опять немецкий пистолет.
Нахуй бы он нужен был.